Ну, совхоз Ленина производит не только землянику, но и молоко, и овощи, и всегда у нас самые лучшие показатели в стране. И именно это является основанием сказать, что принципы социалистического развития гораздо лучше, чем капитализм, чем вот это вот то, что мы сейчас имеем. Хотя на самом деле я считаю, что если программу, которую предложила сегодня Коммунистическая партия Российской Федерации перед выборами, реализовать, то в любом сельском населенном пункте, в любом малом поселке будут такие же детские сады, такие же школы, такие же зарплаты, а у нас зарплата выше 100 тысяч рублей, такие же методы поддержки пенсионеров, детей, а у нас бесплатные кружки, пенсионеры получают ежеквартальную материальную помощь. И таких хозяйств не одно, их несколько. Мы называемся народными предприятиями. Геннадий Андреевич всегда пропагандирует наш опыт. Недавно прошел всероссийский, скажем так, семинар по этому поводу на уровне Минсельхоза России. Но, к сожалению, вот в отличие от Орловской непрерывки, о которой говорил Геннадий Андреевич, наш опыт почему-то пока не распространяется на всю страну. И нам очень жалко, что власть не пользуется опытом, который мы показываем, а наоборот пытается уничтожать наше предприятие. Поэтому мы просим вас всех приехать к нам, посмотреть, как мы живем, поговорить с простыми людьми, с трактористами, с операторами машинного дарения, ну, со всеми, кто работает на поле, и после этого понять, что этот путь – это единственный правильный путь развития страны. Именно в нашей программе есть то, что нет ни у кого. Забота о простом человеке, о молодом специалисте, о матери многодетной. Именно мы можем реализовать вот это все, и за короткое время все поймут, что действительно мы на правильном пути. Вот помните, как-то Владимир Ленин, именем которого назван наш совхоз, сказал, есть такая партия, которая может изменить к лучшему жизнь простого народа. Это мы. Спасибо.